газа сжимается под поршнем таким образом, что в каждый момент времени количество теплоты, отводимое от газа, равно удвоенному изменению его внутренней энергии. Определить давление газа после того, как его объем изменился в раз. Вот. Ну, давай сначала напишем, что здесь, собственно, первое начало термодинамики. А квазистатически? Что? А что значит квазистатически сжимается? То есть очень медленно сжимается? Что-то? Квазистатически очень медленно. Это значит, ну, я вот тут... Значит, да, очень медленно, и мы каждую можем практически траекторию нарисовать. А очень медленно то, что как бы давление очень медленно меняется или что? Или... Смотри, помнишь, мы с тобой обсуждали обратимые и необратимые процессы? Да. Вот. У обратимого процесса, обратимый процесс проходит через все соответствующие точки, а необратимые есть начальное состояние и конечное, между ними нет состояния. Так. Вот квазистатически это обратимо, вот, да? Квазистатически это значит, мы делаем так вот по точкам его проводим. То есть его можно обратно вернуть, да? Да, можно развернуть в любой момент. Вот, значит, теперь мы пишем первое начало термодинамики. Вот, дельта Q есть CV, DT, это у нас... CVDT плюс PDV. Так, CVDT плюс PDV. Это стандартно, да. Дальше что нам сказали? Что в каждый момент времени количество теплоты, отводимое от газа, то есть вот это, равно удвоенному изменению внутренней энергии, то есть вот этому. Поэтому вместо дельта Q я пишу 2 CVDT. А вот то, что оно отводимое, оно с минусом будет или нет? Что? А оно будет с тем же знаком, что и... То есть прямо вот я пишу... Как DT, да? Просто оно будет. Ну, вот хотя вот может быть и здесь сейчас давай подумаем. Потому что может быть... Может быть, поэтому у меня и ответ не сошелся. Ну да, они же отводят, а дельта Q как бы отрицательное должно быть. А может, а дельта Т может положительное быть. Да, 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 да. Тогда вот наверное, да. А я что-то вот. А, то есть отводим равно удвоенному изменению. А, именно да, именно да. Отводимое. То есть я поэтому у меня и ответ не сошелся. Все правильно. Минус напишем. Вот теперь все мы как здесь сделали, как там написано. То есть минус 2 CV DT. Ага. То есть фактически мы пришли с тобой к уравнению опять палитропы, у которой C равно минус 2 CV. Так. C равно минус 2 CV. Ну да. Вот. То есть дальше можно, да? Уже, наверное, не интегрировать его, а просто воспользоваться опять результатом. Давайте посмотрим. Так. Сейчас я правильно его помню, просто чтобы не ошибаться. Сейчас я... Где там у меня уравнение? Это он про меня... Так, n у нас, да, c минус cp на c минус cv. Все, я просто уточнил уравнение. Объем изменится в два раза. Да, да, просто вот мы пишем прям. То есть мы сейчас n найдем и подставим просто. Правильно, p, а здесь пишем c минус cp. У нас что здесь? Минус 2 cv. Ну или давай n напишем, может, а n сейчас посчитаем. Да, лучше n напишем, а n посчитаем. pv в степени n равняется p0 в 0 в степени n. Угу. Вот, а n у нас получается
получается минус 2 минус cv 2 cv минус cv минус r минус cp минус cp можно писать. Минус cv минус r. А здесь получается минус 2 cv минус cv. Минус cv. То есть получается минус 3 cv минус r на минус 3 cv. Плюс r на 3 cv. Так, что там про газ нам сказано? Про газ нам сказано, что... Да, вот понятно, почему ответ у меня не сходился. Угу. Идеальный двухатомный газ. То есть CV у нас 5 вторых. 5 вторых. Подставим, да? Получается 15-17 вторых сверху. 15, 17 вторых. 15. 17 на 15. Да. 17 пятнадцатых получается. 17 пятнадцатых. Ну, а после этого мы просто берем и, значит... смотрим, что у нас там определить давление газа. После того, как бы. Да. То есть просто берем и вот пишем, что давление P. Там только P1 вот в этой ну, задаче. Пускай, да. Пускай. Вот, ну, пожалуйста, можно здесь взять и единичку написать. Ага. Вот. И получаем, что P1 это будет P0 на V к V1. В степени 17-15. Так, и у нас что-то меняется в два раза. Хоть бы да, в 15 раз объем, написали. Объем изменился в два раза. Они бы хоть бы в 15 написали, а так хитренько написали. Вот, ну и все. Дальше мы пишем, вот, соответственно, отношения. Сейчас. А вот объем изменится в два раза. Куда? Увеличится или уменьшится? Как мы узнаем? Сейчас, подожди. Нам нужно... Ой, я тут просто не то написал. Нам нужно P наоборот, да? Сейчас. P равняется P1. Здесь V1, а здесь V. Сейчас. Так, объем. Ну, значит, надо думать. А, нет, ну да, надо читать, вернее. Отводимое написано, от газа что, равно удвоенному. Газ сжимается. Значит, здесь будет... Значит, объем начальный пар. Объем больше в два раза. Значит, одна вторая будет. Нет, два. Здесь начальный к конечному. P1, V1 это начальная. P1, V1 начальная? Два в степени 17-15. И что, такой ответ у них там? Так, по-моему, да, сейчас у меня там были меньше по степени, потому что я с плюсом писал сейчас. 1, 100 у нас, да? Да. 1, 100. Да, P1 на 2 в степени 17-15. Все.